Привет, слушатели канала Радио Бали. Сегодня мы решили заехать на фуд-фестиваль, который сейчас проходит в Убуде. Я уже попробовал тут дико какую-то, зато совершенно бесплатную лапшу. Жутко острую. Ну, хорошо, что они сразу дают молока попить, чтобы перебить как-то этот вкус, остроту. Вот. Я вам покажу примерно, как это происходит. Здесь народу масса, все очень вкусно. Цены, в общем, вполне невысокие. В общем, сейчас переключу камеру, вы посмотрите сами. Кухня здесь представлена, я так понимаю, вообще индонезийская, китайская, японская, суши. Народу много, все едят, пробуют, есть самые разные блюда. Разный ценовой диапазон, можно попробовать всякие напиточки. Шоколад. Фастфуд индонезийский. Цены, в принципе, обычные. Нельзя сказать, что здесь что-то сильно дешевле или сильно дороже. Ну вот, все это так в одном собрании посмотреть. Какие-то интересные такие пончики. Вот, это традиционные шашлычки индонезийские. Hello. Фрукты, понятное дело, в большом количестве. О, это мы заказали гуакамоле роллы. Нам довольно-таки сильно не понравились. Взяли тестовую версию. Сейчас попробуем, как они нам их приготовили. Гуакамоле ролл. Сложно разговаривать и рассказывать, когда находишься на фуд-фестивале. Вот это вот основное здание. Тут очень прикольная крыша такая, аутентичная, плетеная из соломы. Кстати, во многих домах на Бали, в храмах используются такие крыши. Очень клевая, на самом деле, штука. Совершенно не жарко с ней, под ней. Даже в полдень. Сегодня, кстати, довольно жаркий день. Больше 30, по-моему. То есть масса всего. Очень много людей, экспатов, местных. Везде. Дают еду. Царит атмосфера праздника. Какие-то призы тут народ выигрывает. Вот можно посмотреть. Такие площадочки везде организованы. И куча кафешек, варунгов. Ресторанчиков представляют здесь свою еду. Фестиваль будет длиться 3 или 4 дня. По центру сейчас достаточно тяжело проехать. Убуда. Мероприятие такое массовое. Очень много видно народу хочет сюда попасть. Вот. Ну вот мы тоже решили сегодня заехать. Несмотря на жару, попробовать, чем здесь кормят. Вставайте с нами на нашей волне Радио Бали. Будем вам рассказывать интересности, показывать красивости, рекомендовать вкусности. Ну и приезжайте в гости. До встречи!